развитием науки, в технике за последние годы произошли грандиозные изменения. Так, ребята, домашнее задание будет в электронном дневнике. Всем спасибо за внимание. Олли, как думаешь, может нам сегодня сходить на каток, пока он еще работает? Отличная идея, я только за. Давай тогда быстро домой. Я обещала маме после школы зайти в магазин. А я погуляю с Тоби и наберу тебя. Договорились. Привет, Тоби. Скучал? Идем гулять. Олли, я готова. Встречаемся через 5 минут. Как тут все-таки хорошо, Бетти. Молодец, что предложила сегодня на каток. Олли, я заметила, что с нас глаз не сводят те мальчишки. Да, я тоже это заметила. Кажется, они симпатичные. Смотри, они тоже вышли на каток. Привет, девчонки! Классно катаетесь! Спасибо! Давайте познакомимся и покатаемся вместе. Меня зовут Алекс, а меня Робин. Я Бетти, а я Оливия, можно просто Олли. Честно говоря, мы уже слегка подзамерзли и собирались уходить. А может тогда сходим в кафе? Тут рядом есть небольшое уютное место. Там вкуснейший горячий шоколад. Мы приглашаем. Как думаешь, Олли, пойдем? Я не против горячего шоколада. Вон, смотрите, есть свободный столик. Отлично. Добрый день. Вот наше меню. Что будете заказывать? Я буду блинчики с клубникой и горячий шоколад. Я буду то же самое. А я возьму горячий шоколад и вафли. И мне шоколад и вафли. Отличный выбор, ребята. Сейчас все будет готово. А тут и правда уютно, а главное тепло. Слушайте, мы часто катаемся с Бетти на этом катке и впервые вас здесь видим. Да, мы с Робином занимаемся хоккеем и с сегодняшнего дня наш каток временно закрыт, поэтому занятия перенесли сюда. Мы решили после тренировки посидеть немного и отдохнуть, и тут увидели вас. А чем вы занимаетесь, кроме школы? А мы с Олей ходим в театральную студию, а в свободное время любим просто гулять в парке или вот на коньках катаемся. Здорово! Очень хотелось бы вас увидеть на сцене. Может быть, когда-нибудь и увидите. Время уже слишком много, а еще уроки нужно делать, так что нам пора. О, мы вас обязательно проводим. Можно счет, пожалуйста? Спасибо вам.
Олли, ты не спишь? Представляешь, Робин нашел мою страницу и написал мне, что был очень рад знакомству со мной и хочет встретиться снова. Я ответила, что подумаю, когда это можно сделать. Мы договорились завтра созвониться. Прям не могу перестать думать об этом. Ну все, давай, завтра увидимся. Пока. Ох, скорее бы настал завтрашний день.